По своему назначению компьютер ⁇ это универсальный прибор для работы с информацией. По принципам своего устройства компьютер ⁇ это модель человека, работающего с информацией. Персональный компьютер ⁇ это компьютер, предназначенный для обслуживания одного рабочего места. По своим характеристикам он может отличаться от больших EVM, но функционально способен выполнять аналогичные операции. По способу эксплуатации, различают настольные, портативные и карманные модели ПК. Поскольку компьютер представляет все три класса информационных методов для работы с данными, принято говорить о компьютерной системе, как состоящей из аппаратных и программных средств, работающих совместно. Узлы, составляющие аппаратные средства компьютера, называют аппаратным обеспечением они выполняют все физическую работу с данными, регистрацию, хранение, переобразование как по форме, так и по содержанию, а также представляют их в виде удобным для взаимодействия с естественным информационным методом человека. Программы могут находиться в двух состояниях, активном и пассивном. В пассивном состоянии программа не работает и выглядит как данные, содержательная часть которых сведения. В этом состоянии содержимое программы можно читать с помощью других программ, как читают книги и изменять. Из него можно узнать назначение программ и принцип ее работы. В пассивном состоянии программы создаются, редактируются, хранятся и транспортируются. Процесс создания и редактирования программ называется программированием. Когда программа находится в активном состоянии, содержательная часть ее данных рассматривается как команды, согласно которым работают аппаратные средства компьютера. Чтобы изменить порядок их работ, достаточно прервать исполнение одной программы и начать исполнение другой, содержащей иной набор команд. Совокупность программ, хранящихся на компьютере, образует его программное обеспечение. Совокупность программ, подготовленных к работе, называет установленным программным обеспечением. Совокупность программ, работающих в тот или иной момент времени, называет программной конфигурацией. Любой компьютер состоит из четырех частей. Устройство ввода информации. Устройство обработки информации, устройство хранения, устройство вывода информации. Конструктивно эти части могут быть объединены в одном корпусе размером с книгу, или же каждая часть может состоять из нескольких достаточно громоздких устройств. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера называют минимальный комплект. Аппаратных средств достаточно для начала работы с компьютером. С течением времени понятие базовой конфигурации постепенно меняется. Чаще всего персональный компьютер состоит из следующих устройств: системный блок, монитор, клавиатура мышь. Дополнительно могут подключаться другие устройства ввода и вывода информации. Например, звуковые колонки, принтер, сканер и так далее. Системный блок, основной блок компьютерной системы, в нем располагается устройство, считающееся внутренними. Устройства, подключаемые к системному блоку снаружи, считаются внешними. Для внешних устройств используют также, как термин, периферийное оборудование. Мониторы – устройства для визуального воспроизведения символной и графической информации, служат в качестве устройства вывода. Для настольных ПК в настоящее время наиболее распространенные мониторы, основанные на электронно-лучевых трубах. Они отдаленно напоминают бытовые телевизоры. Клавиатура – клавишное устройство, предназначенное для управления работой компьютера и ввода в него информации. Информация вводится в виде алфавитно цифровых символов данных. Мышь устройство графического управления. Внутренние устройства персонального компьютера считаются устройство располагающиеся в системном блоке. Доступ к некоторым из них имеется на лицевой панели, что удобно для быстрой смены информационных носителей, например гибких магнитных дисков. Разъемы некоторых устройств выведены на заднюю стенку. Они служат для подключения периферийного оборудования. К некоторым устройствам системного блока доступ не предусмотрен. Для обычной работы он не требуется. Процессор, микропроцессор. Основная микросхема персонального компьютера. Все вычисления выполняются в ней. Основная характеристика процессора Тактовая частота. Чем выше тактовая частота, тем выше производительность процессора. Оперативная память. Оперативную память можно представить как обширенный массив ящеек, в которых хранятся числовые данные и команды в то время, когда компьютер включен. Объем оперативной памяти измеряется в миллионах байтов мегабайтах. Процессор может обратиться к любой ящейке оперативной памяти, поскольку она имеет неповторимый числовой адрес. Обратиться к индивидуальному биту оперативной памяти процессор не может, так как у бита нет адреса. В то же время процессор может изменить состояние любого бита, но для этого требуется несколько действий. Материнская плата это самая большая плата персонального компьютера. На ней располагаются магистрали, связывающиеся процессор с оперативной памятью. Так называемые шины различают шину данных, по которой процессор копирует данные из ячеек памяти, адресную шину, по которой он подключается к конкретным ячейкам памяти, и шину команд, по которой в процессор поступают команды из программ. К шинам материнской платы подключаются также все прочие внутренние устройства компьютера. Управлять работой материнской платы микропроцессорный набор микросхем, так называемый чипсет. Видеоадаптер. Внутренние устройства, установленные в одной из разъемов материнской платы. В первых персональных компьютерах видеоадаптеров не было, вместо них в оперативной памяти Отводилась небольшая область для хранения видеоданных. Специальная микросхема считывала данные из ячеек видеопамяти и в соответствии с ним управляла монитором. В некоторых моделях материнских плат функции видеоадаптера выполняют микросхемы чипсета. В этом случае говорят, что видеоадаптер интегрирован с материнской платой. Если же видеоадаптер выполнен в виде отдельного устройства, его называют видеокартой. Разъем видеокарты выведен на заднюю стенку, к нему подключается монитор. Звуковой адаптер. Для компьютеров IBM PC работа со звуком изначально не была предусмотрена. Первые 10 лет существования компьютеры этой платформы считались офисной техникой и обходились без звуковых устройств. В настоящее время средства для работы со звуком считаются стандартными. Для этого на материнской плате устанавливается звуковой адаптер. Он может быть интегрирован в чипс чипсете материнской платы или выполнен как отдельно подключаемая плата, которая называется звуковой картой. Разъемы звуковой карты введены на заднюю стенку компьютера. Для воспроизведения звука к ним подключают звуковые колонки или наушники. Отдельный разъем предназначен для подключения микрофона. При наличии специальной программы это позволяет записывать звук. Жесткий диск. Поскольку оперативная память компьютера очищается при отключении питания, необходимо устройство для длительного хранения данных и программ. В настоящее время для этих целей широко принимается как называемый жесткий диск. Принцип действия жесткого диска основан на регистрации изменения магнитного поля вблизи записывающейся головки. Основным параметром жесткого диска является емкость, измеряемая в гигабайтах. Средний размер современного жесткого диска составляет... 80-160 гигабайт. Причем этот параметр неуклонно растет. Дисковод гибких дисков. Для транспортировки данных между удаленными компьютерами используют так называемые гибкие диски. Стандартный гибкий диск, то есть дискета, имеет сравнительно небольшую емкость. По современным меркам этого совершенно недостаточно для большинства задач хранения и транспортировки данных, но низкая стоимость носителей и высокая степень готовности к работе сделали гибкие диски самыми распространенными носителями данных. Для записи и чтения данных, размещенных на гибких дисках, служит специальное устройство дисковод. Приемное отверстие дисковода выведено на лицевую панель системного блока. Дисковод с cd -ROM. Для транспортировки больших объемов данных удобно использовать компакт-диск с cd -ROM. Эти диски позволяют только читать ранее записанные данные. Производить запись на них нельзя. Емкость одного диска составляет порядка 700 мегабайт. Для чтения компакт дисков служат дисководы CD-ROM. Основной параметр дисковода CD-ROM скорость чтения. Она измеряется в кратных единицах. Основной недостаток дисководов CD-ROM rom Невозможность записи дисков преодолен в современных устройствах однократной записи cd -R. Существует также устройство CDR-V который позволяет э, многократную запись. Коммуникационные порты для связи с другими устройствами, например, принтером, сканером, клавиатурой, мышью и так далее. Компьютер оснащается так называемыми портами. Порт это не просто разъем для подключения внешнего оборудования, хотя порт и заканчивается разъемом, порт более сложное устройство, чем просто разъем, имеющий свои микросхемы и управляемые программно сетевой адаптер. Сетевые адаптеры необходимы компьютерам, чтобы они могли обмениваться данными между собой. Этот прибор следит за тем, чтобы процессор не подал новую порцию данных на внешний порт пока сетевой адаптер соседнего компьютера не скопировал к себе предыдущую порцию. После этого процессору дается сигнал о том, что данные забраны и можно подать новые. Так осуществляется передача. Когда сетевой адаптер узнает от соседнего адаптера, что у того есть порция данных, он копирует их к себе, а потом проверяет, ему ли они адресованы. Если да, он передает их процессору. А если нет, он выставляет их на выходной порт, откуда их заберет сетевой адаптер очередного соседнего компьютера. Так данные перемещаются между компьютерами до тех пор, пока не попадут к адресу. Сетевые адаптеры могут быть встроены в материнскую плату, но чаще устанавливаются отдельно в виде дополнительных плат, называемых сетевыми картами.